Здравствуйте, мои уважаемые подписчики. У кого-то быстро это получается, у кого-то поздно, у кого-то легко, у кого-то сложно. А от меня потребовалось примерно больше 10 лет. Я ответственно относился к этому, о чем я буду говорить. И я сегодня получил мой долгожданный результат. Наконец-то через 10 лет, более 10 лет, YouTube сделал меня партнером своим. А это означает, что YouTube монетизировал мой канал. Наконец-то. Наконец-то я получил тот результат, о чем, можно сказать, тихо мечтал. Я благодарю. И вот сейчас я больше не буду относиться скептически. Уверен, что все правильно. Все надо делать, не надо отчаиваться. И вам советую, сделайте полезные контенты, чтобы они были интересны, понимаете, чтобы было притяжение к вашим контентам, чтобы люди смотрели. Что я хочу сказать? Я еще раз благодарю этому пространству по имени YouTube, что дает людям возможность выражаться, показываться то, что они хотят сказать миру, дать им сказать. Я кто? Я художник, писатель, кое-где актер театра, сыграл две роли. А сейчас уже, можно сказать, начинающий ютубер. Посмотрим, как будет дальше. Вы в комментариях напишите, в каком статусе ваш канал, сколько тут подписчиков. У меня 2792 подписчика. Я преодолел 4000 часов просмотра. И вот сделал много нарушений, много каналов у меня заблокировали. Вот, наконец-то, сегодня у меня это получилось. В комментариях напишите, что конкретно вас интересует. То, что я знаю. Много не знаю, но и мало тоже не знаю. Поподробнее стараюсь отвечать, удовлетворять ваши любопытства. Спасибо вам большое и спасибо YouTube. Благодарю.